Накануне дворец спорта «Виктория» стал площадкой для большого красочного шоу. День рождения педагоги и учащиеся хореографической школы имени Погодина встречают, как и полагает настоящим артистам, на сцене. Конечно же, в программе лучшие номера, основой для которых стало то, что удалось наработать за три десятка лет. А было за это время действительно немало. Не раз воспитанники учебного заведения становились призерами и победителями конкурсов республиканского и международного масштаба. За всем этим красочным действом стоит долгая плодотворная работа и желание удивить публику и зрителя настоящим творчеством. Это красота. Красота движения. Девочки красивые становятся, походка красивая. Уверенно себя чувствуют, идут по жизни уверенно. Приобретают навыки в области хореографии, что в дальнейшем дает им основу для поступления в СУЗы и ВУЗы нашей республики, а также других государств. Очень многие выпускники танцуют в знаменитых коллективах, таких как Государственный ансамбль танца Республики Беларусь, ансамбль танца «Хорошки», хор имени Титовича. Многие выпускники остаются в городе, связывают свою жизнь с другой профессией, но остаются в творческих коллективах и также продолжают танцевать. Многие возвращаются к нам учителями. Я не исключение. Я принадлежу к первому выпуску этой школы, имею диплом за номером 1 и по такому стечению обстоятельств стала директором. А начинается все, как и полагается, с малого. Придя в хореографическую школу и вовсе крохами, год за годом, ребята формируются как виртуозы-профессионалы, укрепляя осанку, вырабатывая грациозную походку, изучая па и батманы. И однажды, влюбившись в этот красивый вид искусства, покинуть репетиционные залы ребятам очень и очень сложно. Люблю танцевать, мне это очень нравится. Вообще в танцы меня привела моя учительница первая, когда я еще училась в начальной школе. Она меня привела в хореографическую школу, и я начала танцевать и продолжаю до сих пор. В торжественный день со сцены в адрес администрации учебного заведения, педагогического коллектива, учеников звучали слова поздравлений, а также благодарности за особый вклад в воспитание молодежи. За 30 лет существования школа подготовила не один десяток квалифицированных кадров, которые выступали и выступают в составе лучших коллективов Беларуси и мира. 30-летие хореографической школы города Бреста мы отмечаем сегодня в Международный день защиты детей. Сегодня в нашей дорогой, любимой хореографической школе имени Погодина учится около 500 детишек, из которых большая половина на бюджетной основе. По большому счету, нам очень важно, занимается ли ребенок спортом, какими-то другими видами, или же занимается искусством. В первую очередь он отвлечен от улицы. И мы уверены, что такой ребенок, который занимается танцами, хореографией, вырастет настоящим гражданином. Нам есть чем гордиться. У нас прекрасные брещане. Мы вместе идем к тысячелетию нашего города. И я уверен, что сегодня у нас растут замечательные таланты. Танец – удивительный вид искусства, объединяющий в себе большое количество творческих направлений. И здесь важно уметь быть артистичным, при этом иметь хорошее чувство такта и ритма. С малых лет воспитанники хореографической школы имени Погодина постигают эту большую науку, понимая, что совершенству нет предела. Анастасия Назарин, Плотницкий, Андрей Щербантон, Луговкин, телекомпания «Буг-ТВ».